Добрый день, уважаемые коллеги. Очень рада, что мы сегодня с вами будем обсуждать интересную тему. Напишите, пожалуйста, меня слышно, видно. У нас новый вебинарный формат, поэтому хочется понимать, есть ли связь, все ли хорошо. Так, отлично, Лидия, спасибо за обратную связь. И мы тогда с вами начинаем. У нас тема продажи в кабинете косметолога, и это продолжение вебинара «Нестандартное применение средств Гильтек в процедурах». И здесь по вашим просьбам, и пока мы с вами этот вебинар будем проводить, задавайте вопросы, на какую тему было бы интересно еще пообщаться, поскольку такие вебинары не только учебные, не только практические, мы будем тоже продолжать вести, что было бы интересно узнать вне косметологии. Поэтому давайте с вами тоже коммуницировать, буду рада обратной связи. И что такое вообще продажи в кабинете косметолога? Как поднимается чек? Да? Вот недавно на семинарах задавали вопросы, да, и построен вебинар именно в этом ключе. Как расширить процедуры, да, когда нет, например, какого-то дополнительного оборудования, или как привлекать клиентов, опять же, или как работать с другими клиентами, с этими же клиентами, просто увеличивая процедуры, да, потому что у некоторых, особенно у начинающих косметологов, связывает такое впечатление, навязывается, да, что косметолог, да, навязывает свои услуги или же навязывает свои косметические средства, чтобы не отпугнуть клиента, а наоборот его привлечь. И, конечно же, буду рассказывать о наших средствах, какие процедуры можно придумать, да, например, просто в кабинете эстетиста. Но сначала, конечно же, мы с вами обсудим, что такое вообще продажи в кабинете косметолога, кто работает непосредственно в салоне, это этим занимается и администратор, возможно, все обучены этому администраторы, да, но помимо того, что сам косметолог предлагает свои услуги или же не предлагает, кто-то стесняется предлагать, да, сама косметическая услуга – это тоже продажа. В данном случае вы продаете себя, свою экспертность, свою грамотность. Что дают продажи вообще в кабинете косметолога? Да? Это увеличение среднего чека и, как следствие, увеличение зарплаты, опять же, увеличение потока клиентов. Как его считать, да, что такое средний чек? Возможно, вы знаете, я позволю себе напомнить, да, это сумма среднего чека за день, которая рассчитывается из формулы выручка плюс количество чеков. Да, то есть сколько вы заработали. И вначале обращусь к предложениям великих гуру продаж, да, которые, возможно, кто-то уже знает, кто-то не знает, может, будет интересно. В салонном бизнесе, в косметологии очень часто используются вот такие три основные, и расскажу, как можно их применить частно работающему косметологу или же работающему косметологу, например, на аренде кабинета, когда вы не зависите от записи в салоне, да, ну, основная техника, которую многие любят и часто очень применяют в салонном
бизнесе, да, то есть это техника кросс-продаж, да, кросс-сейлс, перекрестные продажи. Когда вы предлагаете дополнительные услуги, например, маникюр, педикюр, да, или во время маникюра предлагаете сходить на чистку к косметологу, да, то есть когда задействован весь спектр услуг. Да, что можно предложить частно работающему косметологу? Какие-то свои дополнительные коммуникации, да, то есть то, что вы еще умеете делать. Например, если клиент к вам ходит на чистки, да, вы и больше ни на что не ходит, или вы занимаетесь только массажами, да, то можно предложить и уходовые процедуры, сейчас мы попозже о них поговорим, да, если вы занимаетесь еще и инъекционными методиками, да, к ним можно добавить те же уходы, да, то есть перекрестно, предлагая весь спектр своих услуг. Если вы работаете в салоне, да, то же самое, вы можете коммуницировать с мастером маникюра, педикюра, да, или массажистом, в зависимости от спектра предлагаемых услуг в салоне. Да. Техника апсейлс, ну, здесь, это, наверное, моя любимая фишка, да, то есть здесь легче всего, наверное, косметологу сработать с клиентом, да, это когда используется способ предложить более дорогую услугу, на которую изначально клиент хотел. Конечно, это обсуждается заранее, чтобы у клиента не было сюрприза. В пример я привожу, да, то есть, например, процедура спа-маникюра, да, вместо классического в условиях косметологии, да, то есть это может быть комплексная очистка лица вместо обычной, да, либо какая-то другая комплексная процедура, если это массаж, да, то процедура комплексная та же спа-массаж, да, с обертыванием или с какими-то другими дополнительными нюансами, да, то есть так тоже можно поступить, да. Сейчас тоже подробно обсудим варианты именно таких обсуждений. Здравствуйте, кто к нам еще присоединился. Очень рада, что у вас есть интерес к нашим семинарам. Повторюсь, да, возможно, если предлагаете темы следующих семинаров, можно здесь прям писать в чате, либо я, либо наш отдел это все увидит, и мы с вами встретимся и поговорим на более интересующие вас темы. Ну и техника oversales, да, это техника сверхпродаж. В салонах очень часто ее применяют, очень часто применяется и в клинике, да, там, например, я сама также в стоматологической клинике прохожу лечение именно с предложения менеджера клиники. Вот это как раз сверхпродажа, когда предлагается комплекс услуг сразу. Да, то есть это и в вашем случае это будет, например, курс пилингов можно предложить, да, или курс массажа, или курс, например, реабилитационных каких-то процедур, или, опять же таки, если клиент, я уже начала примеры приводить, если клиент предлагает, планирует, например, инъекционные какие-то методики, можно предложить ему курс подготовительных процедур, именно подготовки к биоревитализации, да, или там к нитевому лифтингу, продать еще курс эстетических процедур, так тоже можно делать в условиях кабинета. Вариантов масса, да,
во время проведения стандартной процедуры вы ориентируете клиента, да, на то, что у вас есть в арсенале, какие процедуры у вас есть. Да. Например, если ваш клиент готовится к отдыху, да, к примеру, пришел только на депиляцию, либо если какая-то эстетическая процедура, да, девушки делают заранее, да, то можно предложить, например, процедуры для тела, чтобы лучше ложился загар, если клиент едет на море, да, это и массаж, и скрабирование, и, возможно, Анжелик, спасибо за, да, за интерес. В нашем случае, сейчас сразу отвечу на вопрос, лазерной эпиляции в нашем случае, конечно же, нет, да, потому что компания у нас не занимается продажей оборудования, да, то есть у нас нет оборудования для лазерной процедуры, да, то есть, конечно, очень хотелось бы, у нас работает косметологом-специалист, который этим занимается, возможно, чуть-чуть позже, да, когда мы найдем коммуникацию. Спасибо, Анжелик, за интересную тему, кстати, тоже. Но пока мы вернемся к нашим вот вариантам предложений. Или же наоборот, когда клиент идет к вам восстановиться перед выходом на работу после отпуска, да, или же после тяжелой командировки, да, то есть если речь идет, поскольку мы все косметологи с вами, да, сегодня, да, ну, буду говорить о улице, да, то есть можно предложить клиенту, например, еще и процедуру по телу, да, то есть сделать полный массаж тела или сделать какое-то расслабляющее обертывание, да, пока у вас клиент будет лежать в маске для лица. Либо можно предложить домашний уход или предложить новую линию, если вы не знаете, как ввести новый бренд или же не получается, да, то есть в этом году часть наших клиентов, как пример, да, то есть выбирают натуральную косметику, она у меня тоже есть, хотите, попробуем, да, то есть тоже такой вариант введения дополнительной процедуры. Или же то же самое, да, то есть когда у вас клиент находится на процедуре, обратить внимание, что, например, курс массажа выгоднее купить, да, нежели ходить и каждый раз оплачивать процедуру, да, либо когда клиент именно приходит на какой-то бренд, да, стоит рассказать, возможно, рассказать именно о той косметике, на которой вы работаете, да, ну, то есть так же, как пример, да, то есть вот мы будем говорить о гельтеке, конечно же, да, что новая косметическая линия ZU, да, и заботливые руки вашего косметолога, и предложить какую-то процедуру на новой косметической линии. Да, такое тоже может быть. Да. Можно предложить, это небольшая хитрость, да, можно предложить иллюзию выбора. То есть несколько аналогичных процедур на выбор. Как это выглядит? Например, у нас есть протокол, возможно, вы на сайте видели, у нас разные протоколы, варианты чисток лица. Там их 4 протокола, все, практически все они атравматичные, мануальная есть одна, да, то есть можно предложить 4 варианта чистки или, ну, 3 варианта чистки по разной цене, и клиент выберет то, которую ему надо. Либо предложить варианты дополнительных включений процедур, таких как, например, массаж, да, совместить с чисткой, соответственно, только те процедуры, которые будут дополнять друг друга. Дальше. И, наверное, для косметолога, и это самое главное, да, то есть это именно проявить заботу и в предложении это показать.
Да, у меня в качестве примера стандартный пример, да, не относящийся к косметологии, но тоже можно сейчас проработать такой вариант. Да, то есть если клиент приходит на одну процедуру, да, и вы знаете, что она там после перелета, это именно проявление заботы, что она после перелета, предложить дополнительные услуги в качестве оздоровления, да, и пока она записывается или пока она решает, предложить несколько вариантов. Или же действительно предложить варианты с более выгодной ценой. Это будет курс, как я уже говорила, да, то есть можно предложить курс массажа, который либо дополнит основные процедуры, либо вы получите клиента на достаточно долгое время и обеспечите себя работой на 1,5, 2 или 3 месяца, если клиент у вас купит пакет услуг. Как это все предлагать, чтобы не обидеть клиента, чтобы не создать иллюзию, что вы навязываете другие процедуры? Самое важное – соблюдать порядок убывания цен. Мастера продаж делают наоборот, да, то есть постоянно наращивают процедуры. Но если клиент пришел к вам первый раз или вы посторонний клиент, то не стоит навязывать ему более дорогие услуги. Это действительно будет выглядеть, как будто вы хотите его раскрутить, как некоторые клиенты так думают, да, и предлагать стоит от более дорогому к более дешевому. Тогда вероятность того, что у вас купит следующую услугу или же домашний уход, приближается, наверное, к 100%. Например, у вас клиент воспользовался достаточно дорогой услугой за 2000 рублей, да, у кого-то это будет 3000 рублей, 5000 рублей, да, то есть в зависимости от вашей ценовой политики. Ну, я указала средний, например, 2000 рублей у вас клиент воспользовался услугой, то предложение домашней косметической линии или дополнительной какой-то услуги должна быть в районе 1000 рублей. Да? То есть это может быть либо один крем, либо недорогая процедура, которую клиент совершенно спокойно может себе позволить. И не навязывать дорогие услуги или те же пакеты услуг клиенту после первого посещения. Нужно обратить внимание, да, на то, какие процедуры клиент больше всего выбирает. Да? То есть если клиент выбирает бюджетные процедуры, чтобы не напугать его, конечно, стоит предлагать альтернативные процедуры, да, и недорогие средства ухода. Очень важно еще правильно выбрать время, да, это действительно один из важных факторов, который влияет на успех продажи. То есть есть нюансы, когда у вас действительно обязательно либо, я называю слово «купит», потому что это действительно продажа либо услуги, либо ваших компетенций, либо домашнего ухода. Да? То есть поэтому буду говорить слово «купит». Возможно, в какой-то момент такая, это действительно очень важная вещь, да, или важный фактор, потому что в другие моменты клиент может не обратить внимания на то, что у вас еще есть. Прежде всего, это время записи на процедуру. Вот здесь даже если вы частным образом работаете, да, то есть в переписке от клиента, стоит, даже если вы знаете весь комплекс, который он делает, да, стоит задать вопрос, что будем делать. Клиент пишет, как обычно, либо вы можете предложить дополнительно что-то еще.
да, именно в момент записи на процедуру можно предложить дополнительную процедуру. Во время самой процедуры, сейчас тоже буду рассказывать об этом, когда клиент общается с мастером и предрасположен к советам и рекомендациям, это вот следующий как раз у нас пункт, то, чего действительно клиенты ждут от своего косметолога, от своего мастера маникюра, от мастера по депиляции, они всегда ждут именно рекомендаций, советов, экспертных советов. Поэтому в этот момент можно и нужно предлагать другие процедуры. Когда предложение приурочено к какому-либо поводу, да, то есть тоже стоит на это обращать внимание. Раньше в салонах красоты, да, куда клиенты ходили регулярно, велась картотека клиента, нас действительно этому учили, и мы отправляли открытки, не было такого вот смс-засилия, которое считается спамом, да, но клиентов поздравляли с днем рождения, я надеюсь, что вы тоже это делаете, да, какие-то бонусные процедуры предлагаются, да, тоже стоит на это обратить внимание. Например, клиента давно у вас не было там, в салоне или на какой-то процедуре, вы можете ему напомнить о себе и предложить какую-то альтернативную, возможно, даже бюджетную процедуру. Я для этого всегда предлагаю просчитать несколько вариантов процедур. Так, Анжелик, сейчас прочитаю, одну секунду отвлекусь. Я до этого варианта еще не дошла, отличная идея, да. Это действительно отличная идея предложить в качестве модели. Хотела вам об этом тоже сообщить, да, что такой вариант тоже возможен. Это действительно повод, когда вы вводите новую марку, когда вы либо новую процедуру, либо чему-то научились, то стоит сделать небольшую, возможно, рассылку, иногда даже позвонить, если у вас такие отношения с клиентом, да, и сообщить ему об этом. Об этом можно сообщить и на какой-то стандартной процедуре, которую у вас клиент проходит, да, например, клиент приходит на массаж. Да, вы можете ему рассказать о том, что вы выучились новому виду депиляции или же изучили новый вид массажа, и в этот момент пригласить его действительно так же, либо моделью, либо, возможно, он сразу заинтересуется данным предложением. Да? У меня вот стоит годовщина обслуживания, да, то есть можно напомнить клиенту, что вы у нас обслуживаетесь год, да, и к стандартной процедуре мы вам дарим, например, процедуру ухода за руками, либо процедуру ухода за ногами, либо мне очень нравится, например, я клиентам дарю просто подарок, клем для рук, который нужен всегда и всем, да, и он потом его у меня и покупает, и заказывает, и это идеальный подарок, на мой взгляд, потому что это всегда нужная вещь для любого человека. И потом у вас всегда, да, то есть по мере опустошения пузыречка, клиент у вас всегда его покупает. Какой-то календарный праздник, тоже моя любимая тема, рождественские процедуры, винная депиляция, винное обертывание на Рождество, введение, например, альгинатной маски, которая содержит виноград, да, то есть какие-то такие фишки праздничные можно обыграть с клиентами, да, то есть мы вас приглашаем на рождественскую процедуру. Рождественская процедура может пахнуть
например, корицей, да, глинтвейном, елками. Здесь можно поиграть свечами, ароматами, да, и добавить к обычной стандартной процедуре массаж, конечно, предварительно во время записи обсудив это с клиентом, чтобы финансово для него это не было сюрпризом. Ну и, конечно же, расширение ассортимента услуг. Да, мы как раз вот начали эту тему обсуждать. Анжелика написала, да, что при расширении услуг она приглашает клиентов в качестве моделей, да, на новинки. Можно таким образом, да, то есть расширение ассортимента услуг, иногда это невозможно, например, эстетист не может добавить там инъекционной косметологии, а вот как раз врач-косметолог может добавить какие-то эстетические фишки в свои уходы, но эстетист может добавить какие-то средства, либо использование, вот сейчас перейдем потом, сформировать процедуру не только для лица, но и для тела, сформировать процедуру для рук. Если вы не работаете в паре, и не в салоне, да, или в паре с мастером маникюра, да, то вы можете предложить спа-процедуру, которая будет альтернативно процедуре маникюра салонной. Сейчас тоже расскажу, как это сделать, у меня это прям выделено отдельным слайдом. Ну и рекомендации эксперта, да, то есть это то, про что я уже начинала говорить, да, то есть, как правило, во время беседы, я не знаю, что вы обсуждаете с клиентами, да, но иногда и часто во время сеансов процедур, да, обсуждают модные вещи, сумочки, свидания, еду, все что угодно, но не процедуры. Очень часто встречается, да, но вот когда вы во время проведения процедуры рассказываете о своих средствах, я очень люблю рассказывать клиенту, что я делаю в данный момент, да, там, если я делаю массаж, клиент, если не уснул, то я рассказываю о том, каким образом определенное движение будет влиять на состояние его кожи, на состояние мышц, как она будет выглядеть, да. В этот момент можно как раз то, что мы говорили, да, то есть добавить, а вот если добавить еще вот такой массаж или сделать массаж по вот другому средству, то есть я всегда очень люблю и вам предлагаю попробовать описывать свое движение, что оно принесет клиенту. То есть о том, что вы не вслепую работаете, да, а то, что вы именно делаете и почему это важно для клиента. Можно также рассказывать о всех средствах, на которых вы работаете, да, то есть изучить их состав, да, и полноценно рассказывать, например, о модных пептидах, да, или же о домашнем уходе, построении домашнего ухода. И тогда клиент, возможно, да, потребует от вас следующей процедуры, да, дополнит свою процедуру домашним уходом, либо купит у вас курс процедур и будет ходить к вам чаще. Самое популярное, да, я выбрала на слайдах не все, буду рассказывать еще просто словами, да, самое, наверное, простое и самое популярное у всех клиентов проблема врастания волос. Независимо от того, какой вид они депиляции делают или делают ли они ее вообще. Да, врастание волос, гиперкератоз кожи не только в летний период, не только в зимний период, да, то есть ну, практически всегда у некоторых присутствует, да,
И здесь очень важно вовремя предложить такой уход. Да? Если вы косметологом не занимаетесь процедурами депиляции, можно ими не заниматься. Да? Но, как правило, сейчас, мне кажется, все косметологи выполняют легко процедуру депиляции. Да? То есть, но врастание есть после каждого способа удаления волос. И поухаживать с кожей. А клиенты на этом всегда жалуются. Как правило, это голени, очень чувствительная зона предплечья, да, то есть к врастанию волос, ну вообще чувствительна к депиляции. Иногда посттравматическая пигментация бывает и в подмышечных впадинах, да, и в паховой области, даже если нет врастания волос, такое тоже бывает. И клиент наверняка вам об этом рассказывает. И в основном, ну, сейчас большинство мастеров депиляции активно предлагает либо средства, либо дополнительные процедуры по уходу за вросшими волосами. Почему вам не предложить такую процедуру? Тем более, если вы работаете на косметике Гильтек, у вас есть практически все. У меня здесь указан гель-скраб энергии обновления, очень мягкий эксфолиант, который, кстати, очень хорошо тонизирует кожу. Он и частично снизит проблему отечности, очень хорошо успокоит кожу и уберет излишнее шелушение. И будет профилактировать, если вдруг это не гиперкератоз, а мелкий воспалительный процесс, будет его профилактировать. Дальше либо воспользоваться средствами для улучшения состояния кожи. Очень много их, от самых бюджетных до небюджетных, дорогих, которые решают большое количество проблем, да, то есть самое простое это гель с алоэ вера коллагеном, да, который мы используем с вами для физиотерапии, да, то есть для ухода, для миостимуляции и работы с целлюлитом. Он великолепно решает проблему сухости кожи тела, очень хорошо наносится. Им, кстати, у нас был семинар на эту тему, но кто не слушал, да, прям просто скажу, им идеально закрывать любую процедуру депиляции, будь то аппаратный, ультрафонофорез, да, ой, прошу прощения, будь то аппаратный, лазерный, да, или фотоэпиляции, да, великолепно закрывает процедуры как шугаринга, так и восковой депиляции, особенно в летний период, когда кожу нужно быстро успокоить. Для работы еще с вросшими волосами можно использовать наш обычный тоник с акха-кислотами. Он неплохо будет подходить и для сухого вырастания, да, для гиперкератоза, и если ваш клиент склонен к воспалительным процессам, да, то есть такое тоже может быть у некоторых, как реакция на депиляцию, может воспаляться волосяной фолликул, да, и это многих клиентов беспокоит. Тоже идеальный помощник в домашнем уходе, но из этого можно сделать великолепную процедуру. Также наша новинка – крем для рук Intensive Repair, да, то есть это крем, восстанавливающий гидролипидную мантию. Также благодаря наличию в нем фрукта олигосахаридов, да, то есть он действует еще с пробиотическим эффектом, восстанавливает микробиом кожи и также подойдет для любого типа врастание волос, да, как сухое, так и воспалительного характера. Да, из этого можно сделать великолепную процедуру плюсом к процедурам, которые вы непосредственно делаете в салоне и непосредственно, например, на которые к вам ходит клиент постоянно. У меня еще здесь на слайде прикреплен гель пектиновый. Про него это один из наших, наверное, самых
древних препаратов, да, которые выпустила компания Ингильтек. Про него все очень хорошо забывают. Но вот как раз по уходу дополнительному за телом он будет необыкновенно хорош. Он неплохо осветляет кожу, да, то есть будет работать и с пигментацией, очень хорошо нивелирует воспалительный процесс и увлажняет кожу. В случае, например, ухода за вросшими волосами и в домашний уход у людей, кто склонен и к гиперкератозу, и к воспалительным процессам после депиляции, великолепно работает. Как сделать эту процедуру? Ну, вы косметологи, да, то есть как встроить в свою программу, ее можно прописать, да, в прайсе, сформулировать, то есть сначала у вас будет скрабирование, да, потом нанесение активной сыворотки и финально закрытие кремом. Да, великолепно работает. Тут еще нюанс. В салонном уходе у нас очень мало используется, например, линия ZU для решения проблем врастания волос. Очень неплохо подойдет такое средство, как Coffee Break Mask Scrub. Оно у меня есть здесь, уже протестировано на многих клиентах. Кто с ней еще не знаком, это такой микс энзимного пилинга с абразивом. Здесь энзим граната и абразив очень мягкий, это кофейная прям пудра мелкого помола, идеально подходит для таких целей, как в домашнем уходе, так и можно сформировать полноценную процедуру дополнительную в вашем прайсе, да, то есть в вашем салоне, в вашем кабинете. Что еще можно предложить, да? Ну, наверное же, из этих компонентов, да, то есть вот из этих же средств, которые представлены сейчас на слайде, процедуры по уходу за кожей тела в дополнение к массажу, если вы даже не работаете с массажными технологиями, да, и ваши клиенты к вам на массаж тела не ходят и не ходят за услугами, именно по уходу за кожей тела, то ее все равно стоит сформировать. Смотрите, массажный кабинет, как час, по большей части и на салонные уходы очень популярная это процедуры для похудения, антицеллюлитные массажи, да, там LPG-массажи, то есть в основном все обращают внимание, да, и часто самые востребованные процедуры это как раз антицеллюлитные. Но, возможно, многие клиенты и пользовались бы другими процедурами, но их нет, как правило, в прайсе, их очень мало, и не все косметологи их предлагают. Это омолаживающие процедуры для тела. Старится не только лицо, но и тело, да, и требуются определенные уходы и не только антицеллюлитный массаж. Это расслабляющий лимфодренажный массаж тела, да. С возрастом, как правило, на теле появляется пигментация, это нормальное явление, возрастная пигментация, и с ней достаточно тяжело бороться, да, пилинги химические достаточно дорогостоящее удовольствие, если мы берем кожу тела, а вот энзим не только для лица, энзимные пилинги, такие как пектиновая маска, да, энзимная, наш стандартный, и как раз пилинг, про который я вам говорила, да, сейчас из линии ZU, сочетание энзима с кофейной пудрой идеально
подойдут для тела и сделают процедуру не очень дорогой. Она не будет, конечно, совсем бюджетной, но это очень грамотно будет подобранная процедура для омоложения кожи тела. Как правило, с возрастом действительно на коже тела случается пигментация, да, также многих наших клиентов беспокоит лифтинг или тонус кожи, и это не подтяжка, да, а именно возвращение плотности и тонусу кожи. И здесь вот мое такое выражение, что пептиды не только для лица, могут вам помочь, да, то есть у нас и у Гильтека, и надеемся, что уже существующие средства, которые наши клиенты применяют, лицо, шея, декольте, да, то есть можно использовать в паховой области, в области подмышек, внутренней стороны рук и внутренней стороны бедра. Это те зоны, которые, как правило, выдают возраст, и с ними мало кто работает, да, то есть, да, тонизирующий массаж подходит, да, но не дает такого эффекта. Можно сформировать процедуру именно из мягкого пилинга, который возвращает цвет кожи, во всяком случае будет хорошо нивелировать вот эту возрастную пигментацию, дает великолепный тонус. В качестве дополнительных средств можно использовать и альгинатные маски, да, и тонизирующее обертывание. К ним будут относиться, например, там шоколадное обертывание, обертывание водорослевое можно положить, да, то есть если вы практикуете это, если нет, да, то комбинация как раз геля пектинового после пилинга и финальный крем. Если не бюджетно, да, то точно так же под альгинатную маску можно использовать и сыворотку 5 пептидов, и крем Rich Restore, и закрыть, да, кремом для рук и ног Intensive Repair, который содержит, как я выделила на слайде, да, то есть и масло какао, и церамиды, оливковые глицериды. Повторюсь, что в составе есть и пантенол, и сквалан, и фруктооллигосахариды, которые будут восстанавливать не только гидролипидную мантию кожи, да, давая ей вот эту плотность, но еще и благодаря фруктооллигосахаридам, да, восстановит микробиом кожи, что тоже даст ей такой хорошее свечение, поэтому можно, да, работать еще и так. Также великолепна эта процедура со скрабированием, с применением энзимов, великолепно будет работать не только, кстати, с сухой кожей, но и с возрастной кожей рук и ног. Что выдает, опять же таки, возраст, это область рук. Во время проведения процедуры с лицом, пока клиент лежит у вас в маске, можно сформировать себестоимость процедуры, сразу скажу, будет очень небольшая, там не больше, себестоимость сложится где-то в районе 50-60 рублей, опять же, зависит от объема, который вы делаете, да, но здесь предлагаю вам сделать, у нас на YouTube, кстати, есть видео этой процедуры, именно с хлопковыми перчатками, вот как раз специально прикрепила к слайду, варианты этих хлопковых перчаток, они есть одноразовые. Кстати, можно сделать подарок клиенту, да, подарить его пару, поскольку они одноразовые, да, подарить его пару. И в этот момент, кстати, можно предложить крем на продажу, да, в домашний уход вместе с этими перчатками. И в них можно спать, если у клиента есть такая потребность, да, кожа сохнет, или это возрастной клиент. Да?
несколько вариантов, да, с энзимным пилингом. Кофе брейк маска скраб, да, в качестве геля это гель пектиновый, и в финале либо крем для рук Intensive Repair, либо наш стандартный крем для рук, да, церамиды и пребиотики. Сразу хочу сказать, состав церамидов и пребиотиков крем для рук, да, и состав Intensive Repair практически ничем не отличается, кроме запаха, поскольку крем для рук и ног Intensive Repair был сделан для аллергиков, для людей с атопичной кожей, и там совсем нет запаха. Поэтому для людей, у которых большое количество аллергических реакций, которые некомфортно себя чувствуют с любыми кремами, это идеальное средство для ухода за кожей рук, ног и тела. Ну вот в качестве, наверное, вот такой вот одной процедуры, да? То есть сначала мы скрабируем, наносим гель пектиновый, и надеваем перчатки, пока клиент у вас лежит на основной процедуре, например, в маске. Да, перчатки вы снимаете, наносим финальный крем для рук. Да, то есть на такую мини-процедуру, такой бонус, или, как в ресторанах говорят, комплимент от шефа, который стоит недорого, я думаю, что клиент пойдет. Можно сначала сделать действительно подарочную процедуру и сказать о том, что в следующий раз, да, это будет стоить, например, вот столько, если хотите, добавим. Перчатки, повторюсь, да, можно человеку подарить, он будет очень рад, потому что особенно в зимний период, когда кожа склонна к заусеницам, к сухости, это идеальный такой помощник, восстановить спокойно во время сна к следующему дню кожу рук. Что еще относится к экспертности и зачем иной раз наши клиенты к вам приходят, да, и что такое вообще? Это профессионально подобранный домашний уход, это забота о клиенте. Вы тоже все прекрасно знаете, что у нас есть всегда наборы вот таких вот мини-доз, которые можно собрать клиенту. Кто-то это делает регулярно. У многих косметологов такие же наборы всегда находятся на ресепшн в продаже, чтобы клиент мог завершить процедуру еще в домашних условиях полноценно. Особенно это касается инъекционных процедур и процедур пилингов, то есть любых повреждающих процедур. Всегда идеально предложить клиенту солнцезащитный крем, да, и я думаю, что многие знакомы с гелем Intensive Regeneration. Это идеальный набор, который будет нужен клиенту в период реабилитации после любых повреждающих процедур. В том числе, кстати, и процедуры лазерной эпиляции, если вдруг что-то пошло не так. А крем мультипротектор, да, это действительно идеальный помощник для завершения любых процедур. Напомню, что он, прошу прощения, создавался как раз для таких целей, чтобы можно было наносить после процедур. Что еще совершенно спокойно с заботой о клиенте можно предложить? Да? То есть это всегда солнцезащитные средства. Если вы, возможно, уже знакомы с мультипротектором, да, который 50+, то несколько, хотя они уже давно у нас производятся, то несколько новинок, например, гель-праймер антиоксидант, антиоксидантный SPF 30, выходит у нас совсем недавно, да, абсолютно прозрачный, и свое название праймер
действительно оправдывает. На него великолепно ложится косметика, он стабильно держится на лице, в нем можно даже искупаться, но после купания, как вы знаете, нужно его поменять. Совсем недавно у нас вышел, да, спортивный солнцезащитный праймер. Он вышел в мужской линии, подходит для спортсменов, подходит для... На него, кстати, тоже можно нанести макияж, да, но больше подходит, наверное, для мужчин, потому что абсолютно прозрачный, не выбеливает лицо и не оставляет следов на одежде. А для девушек, которые привыкли наносить макияж, скорее всего, больше понравится CC-крем Smart Color, который у нас в двух вариантах цветов выпускается, да, то есть более светлый и немного тонирующий. У него SPF 25, как в зимний период, так и для жителей города этого вполне достаточно, если не выходить на пляж и не увлекаться кислотной косметикой. Да, это то, что идет в сопутствующие средства, и мне кажется, нужно всегда и всем. То, что пойдет у вас в домашний уход после процедур чистки или себрегулирующих процедур. Вот, кстати, по поводу дополнения услуг, да, чтобы увеличить стоимость процедуры, если большинство косметологов используют массаж по жаке только после чистки, то, как правило, после себрегулирующих процедур их мало кто использует. Да? И поэтому для того, чтобы увеличить стоимость процедуры себрегулирующей, да, можно туда ввести дополнительно, опять же таки, массаж по жаке. Как из одной из процедуры себрегулирующей или процедуры той же чистки, да, сделать более дорогую. Сейчас расскажу. Сейчас обязательно расскажу. Сделать более дорогую процедуру. Помимо ввести массаж по жаке обязательно, да, и можно ввести массаж шейно-воротниковой зоны. Не знаю, идея, на мой взгляд, не нова, но я хочу о ней напомнить. А все косметологи, это первое практическое занятие в любой школе косметологии, массаж, помимо демакияжа, это массаж шейно-воротниковой зоны. У большинства ваших клиентов из-за работы с компьютером, из-за использования смартфонов всегда есть тяжесть в этой области. И я думаю, ввести массаж шейно-воротниковой зоны, он на фоне остальных процедур достаточно бюджетный. И в любой момент клиент ваш на него с превеликим удовольствием согласится. Стоит его вспомнить и вводить в процедуры. Особенно себрегулирующие процедуры, поскольку в большинстве случаев он дает великолепный лимфодренажный эффект, да, тем самым улучшая еще и состояние кожи у людей, склонных к обильному салоотделению. Сейчас дальше. Что можно предложить клиенту в домашний уход? Да, иногда клиенты, приобретая профессиональные косметические средства, думают, что они могут обойтись без косметолога и ходят к косметологу реже. Если вы грамотно расскажете о домашнем уходе, у меня нет здесь, прям совсем предложений о средствах для снятия макияжа и умывания полноценного. Да? Но хочу напомнить, что это всегда вы можете предложить клиенту с любым типом кожи, что профессиональное средство для умывания гораздо лучше и
улучшит действие косметических процедур, да, то есть поэтому всегда смело предлагайте тоники, лосьоны, по типу кожи или по пристрастиям ваших клиентов, да, по поводу тоника, матирующего себ-баланс. Вообще великолепный тоник для ежедневного домашнего ухода, для тех, у кого кожное сало выделяется в течение дня активнее, чем у других людей. В составе его каламин и цинк ПСА, есть в составе салициловая кислота, он будет великолепно профилактировать не только салоотделение, но и воспалительный процесс. На него идеально, после него идеально ложатся косметические средства. Наверное, единственный его недостаток – это то, что он двухфазный, и его нужно постоянно взбивать между, прежде чем нанести на ватный диск. В косметических процедурах стандартных он у нас используется, опять же, в себорегулирующей процедуре. Перед нанесением финального средства, да, также в процедуре чистки перед нанесением финального средства, когда вы смыли маску, обработали кожу тоником, матирующим себобаланс, и нанесли финальный крем, да, в зависимости от вашего выбора. Если мы говорим о гельтеке, да, то это будет стопакне, это может быть альфа-дерм на завершение процедуры и может быть матирующий флюид. На матирующий флюид мало кто, кстати, тоже обращает внимание, но это идеальное средство ежедневного домашнего ухода в дневное время, да, и сочетание тоника матирующего и матирующего флюида для людей с обильным салоотделением, это будет великолепная помощь. Сразу хочу сказать, да, то есть не нужно ждать от матирующего тоника сразу действия моментального. Да, он матирует великолепно, точно так же, как в салонном уходе днем, в ежедневном уходе после умывания, да, при помощи ватного диска его нужно хорошо взболтать, избегая области глаз, наносим. После него можно нанести любую сыворотку, если, допустим, ваши клиенты не пользуются гельтеком, это может быть любая сыворотка профилактическая, да, или это может быть даже лечебное средство, которое вы рекомендовали клиенту, да, то есть может быть все что угодно, кроме пептидов, потому что в нем есть салициловые кислоты, немного, но она есть. Со временем, да, то есть от того, как часто клиент его применяет, интервал между блеском вот этим вот, интервал матирования будет со временем увеличиваться, да, у кого-то точно то же самое относится к матирующему флюиду, чем чаще им пользуется клиент, тем дольше лицо сохраняет матовый цвет. Нюанс такой, матирующий флюид нужно все-таки быстро разнести по лицу, да, потому что он поросуживающий еще, и если вы его задержались и его не размазали сразу, да, он будет такой вот плотноватый, очень быстро и хорошо нужно распределить сразу. Ну, из домашнего ухода сыворотка стопакне. Также можно, я напомню, да, у нас пектиновый гель рекомендовать. Ну и сразу на слайде не прикрепила здесь, да, но в домашний уход, если вы не хотите предлагать клиенту, да, профессиональные средства, то в случае себрегуляции можно любой продукт предложить из линии The U.
Также хочу обратить внимание, да, великолепная подарочная косметичка у нас есть The U с полным набором средств. Опять же, себорегулирующие действия будет у тоника Tone Up Hydra Essence, да, то есть это эссенция с одуванчиком, которая двух зайцев убивает и увлажняет, и профилактирует воспалительный процесс. Поэтому если вдруг для клиента не бюджетно профессиональная косметика, вы всегда можете рекомендовать линию The U в домашний уход. Они между собой хорошо дружат. Кстати, всем регулирующим действием будет обладать еще и сыворотка True Baby Face, которая есть в линии The U. Там 3% ниацинамида, витамин С. Идеально тоже будет сочетаться с вашими себорегулирующими процедурами. Омолаживающие процедуры. Но здесь у нас полный набор средств, да, которые помогут вам улучшить действие ваших косметических процедур. Домашний уход вообще идеальный. Омолаживающий концентрат 5 пептидов, ему есть несколько пар. Да, великолепных пар, которые действительно заметно улучшат состояние кожи. Это крем антивозрастной Rich Restore, да, и укрепляющий крем для век, церамиды и пептиды, которые действительно очень хорошо уплотняют, восстанавливают кожу и дают значительно, ну, просто великолепное качество кожи. Ну и идеальное, наверное, средство в летний период – это сыворотка Neo Relax. Я не понимаю, почему она у меня куда-то улетела со слайда. Ну, думаю, что ничего страшного. Сыворотка Neo Relax у нас с миорелаксантами. Почему рекомендую вообще предлагать вот эти средства? Потому что вы все прекрасно знаете, что пептиды – это всегда ежедневный уход, и чем дольше вы ими пользуетесь, да, кстати, так же, как и к себорегулирующим средствам относится, чем дольше вы ими пользуетесь, тем лучше уход. И здесь стоит действительно проявить заботу о своих клиентах, даже если они, например, используют интенсивные медицинские уже процедуры, будь то введение ботулотоксина, да, либо инъекционные способы какие-то, да, потому что все вот эти средства, перечисленные здесь на слайде, значительно улучшают действие и инъекционных процедур. Великолепна комбинация омолаживающего концентрата 5 пептидов и Rich Restore сочетается с процедурами лазерного лифтинга, да, фотоомоложения и другими аппаратными процедурами. Поэтому не бойтесь рекомендовать, и можно собирать отдельные комплекты. Да, такие. Поэтому к любой процедуре всегда у вас найдется средство, чтобы клиент воспользовался им дома. Но вот, например, о действии пептидов постпроцедурный уход лучше рассказывать во время процедуры, вот когда я вам говорила, да, что сочетание действительно косметических процедур и полноценного домашнего ухода эффект от процедуры сделает гораздо лучше. Так, что еще я хотела именно к омолаживающим? К антикуперозным программам, да, вы все прекрасно тоже знаете, у нас есть отличные средства, да, иногда они, на мой взгляд, универсальные.
который можно и в возрастной уход включить, и включить в уход домашний для кожи с куперозом. Да? То есть это вся линия Нео, в основном не для сухой нормальной кожи Нео, лосьон концентрат Нео в качестве тоника, антиоксидантная сыворотка C-Energy, ну и сам антикуперозный гель, конечно же, можно предложить домашний уход. Из линии ZU для обладателей такой кожи стоит обратить внимание на успокаивающий тоник с экстрактом центеллы и ламинария. Keep Calm он называется. Опять же, для клиентов, которые, ну, грубо говоря, им дорого базовую линию использовать, Гильтек, да, линия ZU немного бюджетнее, качество от этого хуже не становится, если сравнивать, например, антиоксидантную сыворотку C-Energy по составу, у нее есть, я ее называю подружкой в линии ZU, это та же сыворотка True Baby Face, которая содержит и ниацинамид, и витамин С, да, но в качестве антиоксидантов в сыворотке True Baby Face будут выступать экстракты ягодные, природный гидролат тоже ягодный, поэтому натуральная линия для тех, кто либо любит натуральное, да, либо антиоксидантная сыворотка C-Energy будет не бюджетна. На что еще хотелось бы обратить внимание? На универсальные средства. Я уже сказала про уходы, про средства для умывания, да, которые можно всегда предложить клиенту на выходе из салона, да, то есть в домашний уход, например, если кожа чувствительная, всегда есть универсальный очищающий гель, наш базовый, для клиентов и с чувствительной кожей, да, и те, кто использует сложные макияжи, да, те, кто любит Total SPF, да, больше 50, великолепное гидрофильное масло с антиоксидантным свойством подходит для, ну, самых капризных клиентов. Да? Ну, из универсальных, как я говорила, да, то есть у нас всегда есть мультипротектор с SPF. Да? Что еще хотелось бы из универсальных средств? Это мною любимый Vita Matrix антиоксидантный коктейль, который способен заменить дневной крем, поскольку идеально выравнивает лицо, да, то есть это тот самый эффект макияж без макияжа. Ну и, конечно же, серия мужской косметики, которую можно предложить и в подарок мужчине, и привлечь немножко, да, подростков, которым девочковая косметика не всегда подходит, не совсем неправильно я говорю, да, то есть не то, чтобы она не подходит, да, иногда мальчики стесняются использовать какие-то косметические средства или они относятся к этому серьезно, у нас есть серьезная мужская линия косметики, точно так же домашний уход, если мужчина у вас есть в качестве посетителя в салоне, а тут также можно использовать тот самый гуру-метод, да, перекрестных продаж, пригласить бойфренда вашей клиентки, мужа вашей клиентки на экспериментальную ту же самую процедуру. То есть можно действительно сказать, у меня есть уход, да, сейчас он бюджетный для мужчин. Мы уже снимали, кстати, видео этой процедуры мужчина в салоне, где мы делали себорегулирующую процедуру, которая подходит у мужчин для
практически всем мужчинам себорегулирующая процедура подходит. Да, вариации будут индивидуальные с сыворотками, у кого-то это будут противовоспалительные сыворотки, у кого-то... Так, а у всех нет звука? Или все нормально? А, все, спасибо, спасибо. Анжелика, возможно, это просто перепады со связью. Да, опять же, сформировать процедуру для мужчины и предложить такую перекрестную процедуру для мужа, брата, бойфренда или ребенка-подростка тоже выход. Что еще хотела ответить? У меня был план, я, конечно, перепрыгиваю, что можно предложить в кабинете еще. Так, про энзимный пилинг я вам сказала, да, что энзимы не только для лица и не только для проблемной кожи, да, то есть они, с ними можно работать великолепно с телом, это возрастная кожа, да, там с пигментацией, с тем же гиперкератозом, и сделать шикарную процедуру, вернуть коже тонус, мягкость, гладкость, это все я вам рассказала. Она получится достаточно бюджетно, опять же, вместе, если клиент входит на процедуру косметического пилинга, почему не предложить процедуру пилинга на теле, если в этом есть необходимость. Просто нужно дополнительно наблюдать. Ну, из тех процедур, которые... сейчас скажу, почему смущает, потому что в мужской линии очень коротко... У нас есть отдельно выложенный уже давно вебинар по линии, или можно прийти с ней, познакомиться... в ближайшее время у нас или будет еще по мужской линии. Там написано, в мужской линии уходовой есть отдельно интимный гель для, точнее, гель для интимной гигиены. Это специально созданный гель для ухода за мужской интимной зоной. У них разный pH, да, в отличие от нашего женского интимного геля. Кстати, он теперь тоже в новой упаковке, очень удобный, который можно поставить в ванну и больший объем. У них разный pH, у мужского геля щелочной pH, у женского геля там, по-моему, 4,4 или 4,5, немножко подкисленный pH, согласно, опять же таки, состоянию слизистых и состоянию pH в интимной зоне женщин отличается немножко от мужской. Поэтому вот такой вот. В мужской линии также есть пока, если есть вопросы, вы их пока пишите. Есть, как я уже вам показывала, спортивный солнцезащитный праймер. Его можно также и в подростковый уход для детей, у кого есть, можно использовать его, у кого есть склонность к акне, он не забивает поры. В мужской линии есть отдельно гель для умывания, да, то есть это гель для лица. Есть крем защитный, который можно наносить после бритья, он великолепно успокаивает кожу, да, и не провоцирует воспаление. Вот праймер и отдельно мужской гель для интимной гигиены, он в ней есть, да. Я надеюсь, что немного вдохновила. А,
Светлана, у нас на нее, к сожалению, да, так и есть, но, скорее всего, я очень боюсь вам пообещать, но, скорее всего, на нее будет скидка. Я не уверена точно, этот вопрос обсуждался, потому что многие косметологи, в том числе и я, применяют ее в работе. Следите за прайсом или можно задать вопрос менеджерам. Это будет, скорее всего, вот не завтра, но, скорее всего, для косметологов на нее уже будет скидка, потому что вот тоник Keep Calm, да, который с центеллой, очень часто косметологи применяют в уходе как раз за очень чувствительной кожей, за реактивной кожей, да, и на нейтрализацию пилингов иногда некоторые используют, потому что он самый такой популярный и действительно быстро успокаивает кожу. Скорее всего, цена будет. Объем маленький, согласна. Но если вы пробовали, Светлан, средства, они очень экономичные. Поэтому здесь, несмотря на малый объем, экономия очень хорошая. Но если, опять же, просто смотрите еще, Coffee Break предлагала маску в качестве совмещения энзимного пилинга и скраба. Идеально работает, я очень давно работаю с нашей энзимной маской, именно с телом. Когда-то для осветления и вообще по работе с телом, работе с пигментацией очень часто в свое время применялся криомассаж, да, при помощи жидкого азота. К сожалению, сейчас это все реже и реже происходит, и заказать канистру достаточно дорого азота, да, и я очень давно использую в работе с телом именно с пигментацией нашу энзимную маску. Можно ее совместить с нашим вот этим профессиональным скрабом, который пока еще есть в продаже, пока он у нас не снят еще с производства, можно его использовать. Он дополнительно и протонизирует кожу, поскольку в нем есть кофеин, можно совместить, например, два профессиональных продукта. Мне Coffee Break нравится из-за того, что там все-таки энзимный пилинг, это энзим граната, он мягче действует, и опять же, из-за того, что в маске есть кофеин, очень хорошо стимулирует, тонизирует кожу, да, и получается очень хороший эффект. То есть это мой выбор. В коллекции Гильтек есть энзимная пектиновая маска, да, то есть есть скраб энергия обновления, который, в принципе, вот, повторюсь, да, даст еще более тонизирует, такой тонизирующий эффект. В качестве домашнего ухода я хочу сказать, что Зю действительно идеальная линия для рекомендаций именно домашнего ухода. Тут можно танцевать, да, как с возрастными клиентами, так и с подростками, потому что, например, средства для умывания, да, то есть для ежедневного ухода, очищения достаточно бюджетные, действительно быстро заканчиваются, это удобно и, опять же, очень экономичны. Светлана, я сейчас под альтернативу ZU вам назвала то, что можно взять в Гильтек. Получится, кстати, бюджетнее, но вот ZU получается себестоимость где-то в районе 60 рублей, с Гильтеком получится себестоимость, ну, наверное, 50 рублей. Ну, то есть разница в 10 рублей по себестоимости в процедуре. Вот так вот. Я надеюсь, что вам было интересно.
Если дадите мне идеи для следующих, то, что не касается, потому что у нас запланировано учебные совсем материалы, да, я продолжу нестандартное применение косметических средств. На целый вебинар у меня пока информации не хватает, потому что действительно наши средства можно применять необычно, и они дадут великолепные результаты. Следующая серия будет. Я надеюсь, было вам полезно. Возможно, кто-то вдохновился идеей расширить ассортимент процедур или же попробует в работе какие-то наши новые средства. Опять же, для заботы о клиентах компания Гильтек, вы, наверное, уже знаете, выпустила БАДы. Это нутрикосметика для ухода за кожей. В начале августа, прям буквально, по-моему, 7 или 6 числа у нас с вами будет вебинар, посвященный именно действию этих БАДов в комплексе с косметическими процедурами, дозировки и вообще, что такое нутрикосметика и кому она нужна. Надеюсь вас увидеть среди слушателей и присоединяйтесь к нашим другим материалам, потому что они есть и действительно учебные, и видеоматериалы, да, по выполнению протоколов, процедур, которые мы представляем. На сегодня у меня все. Я всем желаю побольше клиентов, увеличить ваш доход, да, а мы, надеюсь, в этом вам поможем.